не опоздаете? Не опоздаете. Ровно встань. Я как-то пришел на новогодний праздник. А кто это у нас тут? У него такие ресницы длинные. Там мне за руку взяла Снегурочка. И рука у Снегурочки была правда холодная. А ты настоящая? Настоящая. У тебя жар. Спецоперация ФСБ. Гражданин Петров приглашается на выход. Мужики, вы что? Бля, вы что? Ты вот придумал себе, что если ты от нас лез, то это как-то тебя оправдывает. Но ты при этом комиксы рисуешь. Она говорит, что так жалко всех этих людей, что там раз в неделю собираются. Гинекология. Что хочется заколотить их всех в читальном зале. Надо бы кровь с паркета потереть, а то прям дурно становится. Если 9,5, может, скорую вызвать. Он лечит людей, умеет. И предсказывает будущее. А у вас не будет аспирина или парацетамол? Товарищ напился и вырубился, и они его хотели с собутыльниками поменять местами с трупом. А что, у вас правда труп в машине? А что мы сейчас верим? О! Да ты охренел, блин! Да с чего ты вообще взял, что это про тебя? У тебя голова не болит от этого запаха луха? У вас тут Чиполлино, что ли, сдохло?